Через неделю в Латвии станет на одну тюрьму меньше. С 1 ноября официально прекратит существование в качестве исправительного учреждения рижская тюрьма в Чирутаве. Сергей Герасимов побывал за решеткой и узнал, куда пропали преступники. Котельная больше не топит, холодные камеры пустуют, из мебели остались разве что стулья, прибитые к полу, и нары, которые не так просто демонтировать. Да и нужно ли? Согласно концепции развития тюремной системы в Латвии, в будущем появятся новые современные тюрьмы. И советскому наследию в этом будущем нет места. Шкиротавская тюрьма изначально не отвечала даже самым элементарным европейским стандартам. Вся эта территория была построена в 1963 году, изначально как исправительная колония. Назвать эти здания тюрьмой можно лишь с большой-большой натяжкой. Они просто не подходят для этих целей. Изначально в годы расцвета здесь содержалось до 2000 заключенных. Сейчас до последнего времени около 300, и им было тесно. В общих камерах содержалось порой по 40 человек. Сейчас заключенных уже перевели. Часть в Екапилскую тюрьму полузакрытого типа. Остальных, кто сидел по более тяжким статьям, в Валмеру и Даугавгривскую тюрьму. Перевели и надзирателей, тех, кто хотел. За последние годы, после того, как осужденных по ряду статей передали на попечение службы пробации и перестали сажать, число заключенных в стране резко снизилось. С 6500 в 2011 году до 4700 сегодня. И теперь Латвии просто не нужно столько тюрем. Мы закрываем Чирутовскую тюрьму. И то, что мы на содержание тратили, допустим, за один прошлый год, это 235 тысяч евро. Что ну, для нашей системы большие деньги, и мы эти деньги лучше направим для улучшения условий как для заключенных, так и для сотрудников тюрьмы. 1 ноября после закрытия Шкиротавской тюрьмы в Латвии останется 11 тюрем. Все они в будущем будут закрыты. В планах Минюста в каждом регионе страны построить по одной новой тюрьме. Возведение первой вот-вот начнется. Мы заключили договор с эстонским министерством юстиции, учитывая то, что в Эстонии уже 3 новых тюрьмы построено. Чтобы не изобретать велосипед, мы пригласили эстонских экспертов. И сейчас они готовят всю документацию для процедуры проектирования. Планируется, что новая тюрьма будет построена в Лепое в 2018 году. Вместе с тем, следующая в очереди на закрытие Лепойская тюрьма, но только после строительства новой. Эти же помещения, скорее всего, будут проданы с аукциона. Сергей Герасимов, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.